Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют день Григория и Михаила, канун Покрова Богородицы. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, преподобного Григория Першимского, Вологодского чудотворца, Михаила, первого митрополита Киевского, мучениц Эриксимии, Гаиании, Игумении, Яснимии, 35 святых дев, священномученика Прокопия Попова, пресвитера, священномучеников Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей в мир иной.